Сяомань. Сяомань. Вставай. Глупышка. Просыпайся. Линсянь. Линсянь, это похоже на сон. И я не могу сказать, был ли он и вправду частью моей жизни. Джуан Сяомань, соберись уже. Директор Линь, Фэншэн считает условия жесткими. Говорят, что экологическое сельское хозяйство всего лишь концепция, и что вы слишком серьезно относитесь к этому. Фэншэн — известная компания. Боятся, что это навредит их репутации? Директор Юй, младший, сейчас во главе проекта. И он отказывается от изменений. Ты же закончил топовый универ. Зачем вернулась? Вместо того, чтобы остаться в городе. Мне просто нравится фермерство. Тогда скажи им, чтобы нашли кого-нибудь другого. Я стремлюсь возродить деревню. Директор Линь, для них это может быть оскорблением. И я не смогу. Ты меня отчитываешь? Нет. Я обговорю с ними. И еще. Достань мне данные по Чэнь Зиньвэнь. Хорошо. Передай всем менеджерам, что она в черном списке. Хорошо, она не найдет нормальной работы в этом городе. Она должна быть благодарна, что я в суд на нее не подал. Сяомань, тебе нужен отдых. Сяомань, ты навредишь себе. Сяомань, я не защищаю Цзиньвэнь или Линсяня, но думаю, ты неправильно их поняла. Линсянь хотел сделать тебе предложение. Это ложь. Сяомань. Ты... Раз ты вернулся, значит, проблема с той деревней решена? Да. Все разрешилось. Можно продолжать. Можешь встретиться с моими родителями, когда они вернутся. Она работает в поле, не покладая сил. Я так переживаю за нее. Бедное дитя. Сяомань вернулась. Сяомань. Сяомань. Мама, папа. Сяомань. Проходи. Ты, наверное, давай. Устала? Давай. Дай. Ужин готов. Ужин готов. Давай. Пахнет вкусно. Голодная. Поешь супчика. Кушай. Вот. Дай яиц. Держи. Очень вкусно, мама. Да не смотрите так на меня, кушайте. Мы уже поели. Да, поели. Горячее, осторожно. Давай, кушай. Кушай. Сяомань.
Ты неважно выглядишь. Я в порядке. Мама, не волнуйся. Сяомань. Понимаю, ты не хочешь, чтобы мы навязывались после всего, но... Сяомань, если сердце болит, плакать нормально. Верно. Поплачешь, и тебе полегчает. Да, не держи в себе. Мама, папа, я в порядке. Я просто хочу спокойно поесть. Сяомань. Дорогой, дай ей поесть. Цзянхао пришел бы попозже, она бы уже уехала. Цзяньвэнь, подожди. Что? Просто так уедешь? Брат Хао, я тороплюсь. Если не возражаешь... Зачем ты это делаешь? Между тобой и Линьсянем ведь ничего не было. Зачем их рассорила? Какой смысл? О чем ты? Разве для Сяомань не лучше избавиться от такого человека? Ты когда-нибудь думала о Сяомань? Обо мне? Оставь эти глупости. Трио деревни Дадун? Я никогда к этому серьезно не относилась. Теперь я получила все, что хотела. И эта деревня больше не моя клетка. Цзиньвэнь, ты изменилась. Я разочарован в тебе. Ну и ладно. Меня это не волнует. Жизнь сложнее, чем ты думаешь. Уходи! Я не хочу тебя видеть! Цзиньвэнь, ты изменилась. Я в тебе разочарован. Каждый из нас идет своей дорогой. И это мой выбор. Сегодня днем ожидается ливень. Есть вероятность оползней. Будьте осторожны по дороге. Набранный вами номер не отвечает. Хм.
Здравствуйте, это работник по кадрам Лумин. Кто это? Здравствуйте, это Чэнь Цзиньвэнь. Я хотела бы утвердить свое оформление в должность. Госпожа Чэнь Цзиньвэнь, в нашу компанию не поступала о вас информации. Что? Алло? Луя обманула меня? Брат Хао, ну что? Сяомань. Ты связался с Цзиньвэнь? По радио сказали, что будет ливень и оползни. И я не могу дозвониться до Цзиньвэнь, боюсь она. Звони еще. Набранный номер не отвечает. Извините, набранный вами номер не отвечает. Пожалуйста, перезвоните позже. Что делать? Мы найдем ее. Да. Цзиньвэнь! 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 Очнись, Цзиньвэнь! Вызывай скорую, быстрее! Цзиньвэнь! Цзиньвэнь! Алло? Скорая, у нас тут авария, на берегу реки! Цзиньвэнь! Да-да! Цзиньвэнь! Да! Цзиньвэнь! Цзиньвэнь! Сяомань! Брат Хао, очнись, Цзиньвэнь! Это все моя вина. Сам си ми, 温暖我的心.